Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня у нас очень необычное видео на канале, потому что сегодня я нашел вот такой вот интересненький аппаратик у себя дома в коробке со старыми телефонами, и это у нас Sony Xperia. Это старенький телефончик, которым уже много лет никто не пользуется, и сегодня я хочу на этом стареньком телефоне запустить Black Rush и посмотреть, насколько играбельно сейчас в 22-м году играть на стареньком телефоне, который, между прочим, сейчас стоит 700 рублей, ну, где-то, может быть, 1000 рублей. Средняя цена — это 1000 рублей за такой вот телефончик. Ставьте лайки, потому что это будет реально очень интересно. Так, мы заходим пока на Black Rush. На самом деле, что сразу бросается в глаза — это размеры телефона. Я просто не привык играть на таком вот маленьком телефоне. У меня есть планшет такой вот огромный, на нем я и играю на Black Rush. Итак, мы заходим. Разрешить приложению запись голоса. Разрешаем. Так, окей, мы начинаем заходить. Ну и посмотрим, насколько это вообще играбельно. Посмотрим на разных настройках вообще, ну, реально ли на телефончике, которому уже много лет, играть на Black Rush в 22-м году со всеми новыми обновлениями. Но что самое главное, на Black Rush можно настроить разную графику. Именно благодаря им мы посмотрим, на каких настройках нам будет удобнее играть на Black Rush на стареньком таком вот телефончике. Итак, мы зашли. Сейчас я, ребята, введу пароль. Итак, пароль я ввел, выбирая место появления — семейный дом, разумеется. Ну и сейчас, ребята, момент X. Окей, мы появились дома, и что мы сразу же, ребята, видим? Окей, мы появились у нас дома, но вроде как пока, вот играя, разумеется, как бы в интерьере, ну вроде как FPS неплохой, да, я уже вижу сразу же то, что в принципе играбельно. Экранчик, разумеется, очень маленький, как вы видите, да, вот буквально мой палец, да, и экран, вот он буквально, я не знаю, ну очень маленький экран, но как бы играть можно. И да, ребята, еще кое-что очень и очень важное. Разумеется, я играю на серваке Orange, поэтому заходите и играйте вместе со мной. Ссылочка на скачивание игры находится в описании к этому ролику. И, ребят, разумеется, также вводите промокодик хэштег Дони, который даст вам приятные плюшки для старта игры на серваке Orange. Вводите его, нажимаете ввести и получаете приятные плюшки для старта игры. Итак, мы вышли на улицу, но в принципе, если так посмотреть, то как бы, вроде как, FPS неплохой. Конечно, если проводить так вот пальцем, то вот в некоторых местах, возможно, есть проседание, но это не критично. Для более четкого понимания происходящего я решил даже записать именно экран для вас, но вроде как, даже, слушайте, неплохо. Вы посмотрите, реально неплохо. И я вроде как разогнался, еду на машине на хорошей скорости, и вроде как FPS более-менее, да, хороший, приятный для глаза, и можно спокойно играть. Ребята, реально, прикиньте, то есть этому телефону уже реально много лет, а я спокойно играю и вообще ни о чем не переживаю. Конечно, есть микро такие просаживания, но это совершенно, я считаю, что не страшно. Я еду вообще на машине и абсолютно спокойно катаюсь на Black Rush. Да, конечно, еще это совсем не загруженное место. А давайте мы кое-куда сейчас заедем. Это место, где находится мэрия и больница в Арзамасе. И здесь я чувствую, что, конечно, сейчас у нас FPS-то просядет, и вот чувствуются микрофризы, вот здесь есть. Вот здесь микрофризы, конечно, небольшие должны быть, но это, опять-таки, не страшно. И также, если мы сейчас к банку подъедем, я думаю, там, скорее всего, тоже такая же ситуация, наверное, будет у нас сейчас, если мы около банка прокатимся, потому что это самые загруженные места на Black Rush. Если в этих местах играбельно, значит, и в других местах тоже будет играбельно. Подъехали мы к банку, но, возможно, просто людей немного. Поэтому, да, обычно здесь, конечно, людей намного больше. Но так, есть небольшие просаживания кадров, но это не страшно. Но у нас же еще и настройки, ребята, включены, разумеется, не самые минимальные. По настройкам у нас, так, качество воды стандартное, отражение на авто вообще отключены, дальность прорисовки высокая, уменьшенная детализация выключена, оптимизация прорисовки включена, сглаживание, то есть убрали мы пиксели, это включено, и улучшенное небо тоже включено. Давайте мы уберем, предположим, сглаживание, да, и уберем улучшенное небо. Окей, давайте пробуем прокатиться вот таким вот образом, да, разумеется, появились пиксели, картинка не совсем, конечно, приятная стала, честно говоря, по себе, даже сейчас вижу то, что картинка такая более стала пиксельная, но это как вариант, чтобы просто повысить себе FPS, хотя, честно говоря, я прямо сильно большой разницы вот не вижу. Наверное, даже
даже, честно говоря, что сглаживание, что не сглаживание, наверное, даже картинка одинаковая была бы. Вот сейчас я так думаю. Хотя, возможно, опять-таки ситуация именно в том, что сейчас людей не особо много, потому что записываю ролик я рано утром. Но самое главное, что играть можно вообще спокойно. И какой итог этого сегодняшнего ролика, ребята? Я вижу, что Black Rush реально очень хорошо оптимизировано, что даже на таком вот стареньком телефоне я спокойно могу играть на Black Rush и вообще ни о чем не переживать. А стоимость такого телефона, ну, вы видели на экране, было и 700 рублей, и даже, ну, может быть, 1000 рублей. Ладно, ну, где-то в среднем 1000 рублей стоит такой вот телефон сейчас на Авито. И это означает, что каждый из вас, если у вас есть какой-нибудь старенький Android, вы можете спокойно зайти и поиграть на Black Rush. И, ну да, возможно, будут какие-то небольшие просаживания кадров, но это совершенно не страшно. Ставьте лайки за такой ролик, где мы сегодня проверяли старенький телефон на производительность на Black Rush. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.